Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам, как пройти новый Форзафон, который продлится с 17 по 24 августа. Ну что, поехали! И за первое испытание можно получить 55 тысяч кредитов, а называется оно «К финишной черте». Чтобы его выполнить, вам необходимо создать или просто начать абсолютно любую гонку и просто завершить ее. За второе испытание можно получить 55 тысяч опыта, а называется оно «Делу время». Чтобы его выполнить, вам необходимо найти на карте список дел, создать новое испытание и пройти его самостоятельно. За следующее испытание можно получить 3 призовых игры, а называется оно «К чемпионату готовы». Для его выполнения вам понадобится автомобиль категории «Retro Muscle Car». Ну а нужно всего лишь завершить 3 гонки. За последнее испытание можно получить призовой автомобиль, а называется оно «Абсолютная победа». Для его выполнения вам понадобится автомобиль марки «Chevrolet», а именно «Camaro». Ну а чтобы выполнить испытание, вам необходимо создать чемпионат и победить в нем. Главный приз за этот форзафон — это Camaro Суперспорт 69 года с бонусом на технике. Ну а на этом все, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующий форзафон, который стартует 24 августа. И поддержи меня лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий.